Всем привет! Вы на канале Pixelanger. В этом видео я нарисую котика на компьютере. Весной на моем канале я нарисовала вот такой рисунок. Эту схему рисунка придумала я сама. Придумала, как нарисовать на компьютере котика и на экране вот такого тоже котика. Но недавно я увидела, что на другом канале, на котором уже очень много подписчиков, появилось такое же видео. Автор канала срисовал клеточка в клеточку мою схему, только раскрасил по-другому. У автора этого канала, видимо, закончилась фантазия, он решил просто воровать рисунки с другого канала, хотя у меня спрашивал разрешение, и я ему не разрешила это делать. Ну зачем тогда вести канал, если просто воровать чужие рисунки и не придумывать свои? Ну что ж, поступлю с автором этого канала точно так же, перерисую еще раз свой рисунок и раскрашу точно так же, как сделал это он на своем канале. Так что поддержите мой рисунок, мою идею лайками, если вам нравится мой канал и мои рисунки. Итак, в этом видео я буду использовать черный фломастер для контура, зеленый, розовый, желтый, голубой, синий и оранжевый фломастеры. Сначала берем черный фломастер и начинаем рисовать от нижнего левого угла. От этой клеточки я отсчитываю вверх 5 клеточек, не касаясь бумаги. 1, 2, 3, 4, 5. И от этой клеточки нужно закрасить вверх 14 клеточек. Ну, можно взять просто линейку и отметить 7 сантиметров. Это будет 14 клеточек. И закрашиваем такую длинную полосочку. От этой клеточки нужно закрасить вправо 15 клеточек. Или я беру линейку, отмеряю 7,5 сантиметров. Вот нужно полоску довести до этой клеточки. А от этой клеточки нужно закрасить 16 клеточек вправо. Или я отмеряю просто 8 сантиметров. И закрашиваю такую длинную полосочку. От этой клеточки идем вверх, 7 клеточек вверх закрашиваем. От этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вниз 3 клеточки закрашиваем. От этой клеточки идем на одну клеточку влево, 4 клеточки вниз закрашиваем. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, рисуем полосочку вот сюда. Это часть компьютера или телевизора. Теперь нарисуем сверху котика. От этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вверх, одну клеточку закрашиваем. Теперь 2 клеточки вправо, одну клеточку по диагонали. Теперь идем по диагонали вверх-влево, 4 клеточки вверх закрашиваем. Две клеточки вверх, одна клеточка вправо, 3 клеточки вправо по горизонтали. 2 клеточки вправо, 2 клеточки вниз, 6 клеточек вправо, 1 клеточка по диагонали вниз. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз отметим клеточку. Здесь будет длинная полосочка хвостик котика, чтобы не запутаться. Сейчас продолжим рисовать от этой клеточки. Идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем вниз 3 клеточки. 2 клеточки вправо. 1 клеточка вниз. 3 клеточки вправо. 3 от этой клеточки идем по диагонали вверх-вправо. И теперь соединяем вот эти две клеточки. Заканчиваем рисовать контур котика. От этой клеточки перепрыгиваем вправо 3 клеточки. 1, 2, 3. На 4 останавливаемся и закрашиваем одну клеточку. Идем по диагонали вверх. 2 клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки перепрыгиваем 3 клеточки вправо. 1, 2, 3. На 4 закрашиваем одну клеточку. 2 клеточки вправо закрашиваем.
Одну клеточку по диагонали закрашиваем. И три клеточки вправо закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки одну клеточку вверх перепрыгиваем, закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки перепрыгиваем вниз две клеточки. Раз, два, на третий закрашиваем одну клеточку. И от этой клеточки перепрыгиваем две клеточки вправо. Раз, два, на третий закрашиваем одну клеточку. Теперь я беру голубой фломастер и сразу дорисую глазки котику. Вот здесь одну клеточку закрашу и здесь. Теперь снова беру черный фломастер. Нужно дорисовать здесь телевизор или монитор. От этой клеточки вправо три клеточки закрашиваем по горизонтали. По диагонали вверх идем. Три клеточки вверх закрашиваем. От этой клеточки 5 клеточек вправо. От этой клеточки идем по диагонали вверх. 9 клеточек вверх закрашиваем. Теперь идем по диагонали вверх-влево и закрашиваем 3 раза по одной клеточке. От этой клеточки 2 клеточки перепрыгиваем вправо, одну клеточку здесь закрасим, сделаем телевизор красивее. От этой клеточки еще перепрыгиваем 2 клеточки вверх и нарисуем здесь такую кнопочку цветочек. 4 клеточки закрашиваем по одной такой формой. Теперь от вот этой клеточки на хвостике котика 2 клеточки вниз перепрыгиваем, на третий закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки одну клеточку вниз перепрыгиваем, закрашиваем одну клеточку. И еще одну клеточку вниз перепрыгиваем, закрашиваем одну клеточку. И теперь рядочек из трех клеточек нужно нарисовать немножко правее, немножко выше. Вот здесь клеточку закрашиваю, через одну выше и через одну выше. И теперь на этом экране монитора, компьютера или на этом телевизоре нарисую мордочку котика, контур, который я тоже сама, кстати, придумала. Ее тоже стащили, использую в другом видео. От этой клеточки идем на 5 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем одну клеточку вправо. Вот здесь ставим точечку. И начинаем рисовать контур котика. От этого уголочка вниз 1 клеточка. Вправо 2 клеточки. Вниз 1 клеточка. Вправо 7 клеточек. Вверх клеточка. Вправо 2 клеточки. Вверх 1 клеточка. Влево 1 клеточка. Вверх клеточка. Вправо клеточка. Вверх клеточка. Влево клеточка и вверх 4 клеточки. Влево клеточка, вниз клеточка, влево клеточка, вниз клеточка. 5 клеточек влево, вверх клеточка, влево клеточка, вверх клеточка, влево клеточка. 4 клеточки вниз, влево клеточка, вниз, вправо, вниз и влево. И вот такой котик будет на экране. Теперь от этой клеточки, не касаясь бумаги, идем на 2 клеточки вправо. 1, 2, 3. И закрашиваем здесь одну клеточку черным. От этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вправо, на третий одну клеточку закрашиваем. Теперь идем по диагонали вниз, закрашиваем одну клеточку. И сюда одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вправо, одну клеточку закрашиваем. И закрасим экран черным фломастером, но оставим рамочку по одной клеточке. То есть введем вот такой контур. Одна клеточка с этой стороны, клеточка сверху, поворачиваем вот здесь вниз, от этого уголочка ведем вверх линию, и вот здесь ведем длинную линию, соединяем эти точки. И теперь черным фломастером закрасим внутри экранчик, оставим котика, его раскрасим потом другими цветами. А теперь делаем яркий телевизор, компьютер. Я беру синий фломастер, закрашиваю здесь три клеточки синим. Теперь здесь отмечу две клеточки и веду контур, вверх клеточка, влево клеточка, вверх 2 клеточки. И эту часть закрашиваю синим. Эту часть тоже закрашиваю синим. И эту заднюю стенку телевизора я тоже закрашу синим. Веду контур здесь. Линия по горизонтали 3 клеточки. Вверх клеточка, вправо клеточка. Теперь здесь одну клеточку синюю закрашу. Здесь одну клеточку синюю. Здесь клеточку синюю. Теперь я беру голубой фломастер и вот эту часть закрашиваю голубым. Теперь беру красный фломастер и закрашиваю вот эти три клеточки, эти две красным.
и ушки котика. Вот здесь клеточку красную делаю и здесь красную. Теперь я беру оранжевый фломастер. Вот эти три клеточки я закрашиваю оранжевым. Здесь две клеточки и здесь две клеточки. Теперь я беру желтый фломастер и закрашиваю вот эту клеточку, эту, эту, эту и эту. И на котике вот эту полосочку закрашиваю желтым. Теперь берем зеленый фломастер, вот эти две клеточки закрасим зеленым. Следующую полосочку на котике. Теперь еще раз беру голубой фломастер, вот эти клеточки закрашу голубым. Эту полосочку закрашу голубым. И следующую полосочку закрашу голубым. Теперь беру розовый фломастер и нижнюю часть котика закрашиваю розовым. И котика на компьютере я тоже закрашу розовым. И еще зеленым фломастером закрашу вот здесь клеточку одну. И вот такой яркий рисунок у меня получился. Схема этого рисунка абсолютно совпадает со схемой рисунка, который я рисовала весной. Раскрасила этот рисунок так же, как сделал автор канала, у которого закончилась фантазия, и который украл мой рисунок. Это ему пламенный привет. Вот такие два рисунка есть уже в моей коллекции. Котик лежит на компьютере или на телевизоре. Поддержите мое видео лайком, если вам нравятся идеи моих рисунков. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixel Ranger.